По инициативе общественной организации «Украинские креативные реформы» при поддержке 7 украинских министерств и ведомств 28 апреля Славутич присоединился к Всемирной социально-экологической инициативе «Дерево мира». Девиз акции – «Проявив свою мирную позицию и посадив дерево, ты способствуешь объединению народов и озеленению страны». В нашем городе невольными участниками этой акции стали работники второй смены ГСПЧС, которые, согласно графику проведения общегородского субботника, утром 28 апреля совместно с работниками ЖКЦ сажали на площадке при въезде в город 35 саженцев. Партнер украинской инициативы «Дерево мира» – Всемирное глобальное движение за чистоту планеты. Объединяет 112 стран мира. Участвуя в акции, Украина присоединяется к этому международному движению. А значит, и 35 наших кленов и черных орехов внесут свой вклад в дело объединения народов.